В Новосибирске сотрудники управления транспортной полиции совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности по Новосибирской области задержали девушку, подозреваемую в заведомо ложном сообщении об акте терроризма на станции Новосибирск-Главный. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что звонила 19-летняя жительница города Новосибирска, ранее судимая. В настоящий момент в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело, и ей грозит наказание сроком лишения свободы до 5 лет.